В этом году в Восточно-Казахстанской области от пожаров пострадало в 52 раза больше лесной территории. Материальный ущерб от них в 456 раз больше по сравнению с предыдущим пожароопасным сезоном. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникации сообщили исполняющие обязанности начальника областного департамента по ЧС Дмитрий Титов и руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Ердос Умутов. Пожароопасный период в Восточном Казахстане начался 6 апреля. В связи с жаркой погодой число возгораний на территории области в несколько раз превысило прошлогодние показатели. В частности, по данным специалистов, пожаров в этом году больше на 57%. Материальный ущерб от них увеличился в 456 раз. Уничтоженная огнем лесная площадь по сравнению с прошлым годом в 52 раза больше. С начала пожароопасного сезона 2020 года на территории государственных фондов в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 192 случая лесных пожаров на площади 4560 гектаров. Из них лесная площадь 4085 гектаров. Нами было 12 фактам лесного пожара проведено служебное расследование. В этом году в нашей области возник 4 лесных крупных лесных пожаров. Это свыше 25 гектаров. На территории ГЛПР Семей Урманы, в Далонском филиале, общая площадь пожара составила 3721 гектар. Из них покрытая лесом площадь 3491 гектар. Так, ущерб от лесного пожара составил 1 млрд 797 млн 415 тысяч тенге. Пик пожаров пришелся на июнь и июль. В 90% случаев причиной загораний послужил грозовой разряд. В остальных 10% – неосторожное обращение населения с огнем. Департаментом ПЧС Восточно-Казахстанской области разработан и утвержден план мероприятий по снижению рисков бедствий и ликвидации лесных и степных пожаров, утвержденный акимом области. Проводится комплекс организационных и практических мероприятий по профилактике и тушению природных пожаров. С госорганами, департаментом ПЧС создано 70 мобильных групп в количестве 432 человека, которые проводят рейдовые мероприятия в лесной зоне. На сегодняшний день уже к административной ответственности привлечено 127 человек, которые нарушили правила пожарной безопасности в лесной зоне. Хотелось бы еще раз обратиться ко всем жителям нашей Восточно-Казахстанской области и гостям, что при выезде на природу, чтобы соблюдали элементарные правила пожарной безопасности, чтобы, скажем так, брошенный окурок, спичка, либо костер не послужили основной причиной пожара, который принял бы большие размеры. Пожароопасный период на территории Восточно-Казахстанской области завершится, когда установится устойчивый снежный покров, предварительно к 1 ноября. По данным спикеров, в постоянной готовности в департаменте ПЧС области находится 2211 человек и 452 единицы спецтехники. Сауле Байгалиева, телеканал «Семей».